Здорово. Можно сказать, давно не виделись. Я успел за это время немножко перестроиться, потому что, ну, видосы, как и обещал, технически я с этого канала перенес. Вот. Накопилось огромное количество дел, которые надо было сделать. Технически я доделал очень много. Вот буквально там вчера закончил снимать очередной обзор, точнее, три, получается, потому что там один долго тянулся очень. Я один видос снимал, получается, ну, полгода. С мая месяца где-то он у меня снимался, то есть я как бы пока стройка шла. И просто хотел как бы дать знать, что все нормально, потому что народ тоже там писал, типа, ну, этот же канал, тогда ты ничего не будешь здесь выкладывать. Как раз в том-то и дело, что хотелось перейти обратно на такие жизненные видосы, как это было ранее, потому что, ну, понятное дело, что здесь какие-то там, может быть, распаковки будут, потому что это не рекламные какие-то видосы, ну, просто можно потриндеть, пока что-то расковыриваешь, чем, кстати, мы сегодня и займемся, потому что приехали устройства еще, да, там гитара приехал, надо посмотреть, что за гитара. И отечественного, по-моему, производства какие-то педальки тоже там какая-то контора написала. Вот. Я просто этими вопросами не занимаюсь, этим занимается Ира непосредственно. Я уже вижу, когда это приехало. То есть она меня спрашивает, хочешь, нет, а как бы кто, чего, я уже узнаю, когда это приезжает. Но к вопросу о таких вот всяких моментах, я, например, завел себе, ну, не ежедневники, это ноутбук, просто отжал первый попавшийся у Иры. Вот. Этот мне прислали, ну, понятное дело, да, что Skyrim. Вот, а для того, чтобы записывать идеи, я немножко систематизировал эту тему, потому что, ну, реально, мне тут сейчас, если раскупорить, да, что получается. С таким количеством работы просто сложно держать все в голове, просто начинается каша, и ты просто теряешься вообще от того, что происходит. Ну вот, и, соответственно, когда ты меняешь просто вот формат, в котором привык работать последние, там, получается, года два или три, ну, как бы сложно, сложно, башка не успевает. Вот, например, да. Просто это вот, вот половину я за январь, не половину, где-то треть я за январь уже заполнил. Это идеи всякие, идеи для видосов, что нужно сделать. То есть я записываю идеи для видосов и какие-то дела, и потом их зачеркиваю, потому что это позволяет мне лучше контролировать, что я вообще делаю. И типа, когда, что надо сделать, чтобы вообще ничего не забыть, потому что очень много всего как бы периодически накапливается, и я прям просто сажусь и не понимаю, с чего начать. То есть у меня прям апатия начинается. Вот, хотя, как бы, сами понимаете, апатия обычно начинается, когда ничего не происходит. Вот. А сейчас происходит столько всего, ну, в плане работы, что я просто местами не успеваю. Так, приехало вот это вот. Надо посмотреть. Ну и получается, что я просто смог более-менее систематизировать саму работу, чтобы самому вообще от этого с ума не сходить, потому что местами реально я теряться просто начинаю, не пойму, где. Ну, чтобы у меня просто здесь все это не валялось, потому что иначе просто реально бардак начинается. Я обычно коробки, какие-то вот вещи такие приезжают, я их распаковываю, складываю в порядке, в котором собираюсь их делать, и не понимаю. А, он просто толстый такой скотч, он не чувствуется, где там эта щель вот эта вот. Вот, и, соответственно, я систематизирую и складываю их в таком порядке у себя там в кладовке, короче, где, как бы, часто, можно сказать, бываю. Нет, это не оно. Что за дичь? Как это вскрыть? И еще куча моментов, которые я еще не доделал. Мы с ребятами сейчас готовимся к... Получилось. Осилил. Коробочка. Справился с коробкой. С ребятами готовимся, короче, к закрытому концерту специально. Ну, типа, мы, конечно, может быть, какие-то билеты на него продавать будем. Вот, я пока... Я точно этим заниматься не буду, как уже говорил много раз. Потому что меня это с ума сводит. Так, пупырка. Коробка, коробка, коробка. Коробка. Мануальчики, походу. Вот. А, нет, это... Договора как раз. Вот, полностью подготовили аппарат. Там сейчас пара стоек еще приедет. Сегодня тестировал, например, купленный на Алиэкспрессе свет за 2500 и дым-машину за 3000. Это прям, ну, реально, за 5500 в общей сложности вместе с дымом. Это, конечно, очень круто выглядит. Видосы снимать, да даже с собой на концерт такой свет возить. И даже эту же самую дым-машину, мне кажется, вообще не в облом. Так, с этим понятно. Это у нас D-Sound, наша контора. Надо будет полистать, что у них там еще есть. Три каких-то педальки. Revolution, Revolver, Inquisitor. Рок, Металлика. Вот. И еще надо сегодня мне будет перекрутить усилитель для наушников, потому что мой что-то начал хандрить. Я его раздолбил, походу. Так, а это какой-то магазин прислал. Гитару, кстати, тоже нашего производства. Я с мастером уже списался. Говорю, опять вашу гитару прислали на обзор. Он говорит, какой? А я еще даже не посмотрел, какую. Сейчас посмотрим. Супер, а нет, это Strato Caster. Деревяшечка. Такая массивная, кстати, тяжелая гитара довольно. И
кстати, идеальное место для айпада. Очень удобно там лежит. Вот эту вот штуку мы сейчас будем менять. Там пара входов начали глючить. Я думаю, что их можно перепаять и просто или поставить, и все будет ок. Теперь новый цветной, весь из себя светящийся братишка заступит на свое дежурство. Так, это у нас стереовыход. Стереовыход. Право-лево. Какой из них право-лево, я не помню. Надо проверять. Чпонь. Дальше поехали. У нас это output. Ага, это 2. Это 3. И это 4. Чпонь. Питалово. Смотрим. Пи-пи-ю. Там играет музычка. Чтобы проверить, правильно подключил или нет, просто беру, записываю в микрофон. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 8, а. И теперь при воспроизведении увожу влево. А, ну да. Неужели? Прям с первого раза. Ну это прям... Это уже на уровне какого-то, я не знаю, два одинаковых провода, и четко их подключить вправо и лево, это прям на уровне подсознания, мне кажется. Так, теперь еще один кабель надо будет закинуть там с той стороны. Ну что, понеслась по новой. Ну как по новой? Чуть-чуть по новой. Вот это вот надо перекоммутировать. Вон там вот, все. Не, ну что, как обычно, 2-3 часа на перекоммутацию стола. Ну, такую маленькую перекоммутацию стола, потому что... Ну, типа, если бы я делал прям по полной программе, это на пару суток обычно. Тут я просто переложил кабель и немножко по-другому все подключил. У меня освободился один выход на звуковухе. Это прям не может не радовать. Плюс ко всему, я с морды убрал все выходы на наушники. Сейчас все это дело проверю и буду прикручивать. Ну, а мы с вами еще увидимся. Давайте, покедово.